на некоторые вопросы отвечать письменно слишком долго, и надо сосредотачиваться, и, может быть, писать целый трактат. Не хочется мне этим заниматься. Вот конкретный вопрос, который мне был задан не совсем понятными мне людьми, некий Валерий Борисович с электронного ресурса под названием «Шехина», написал мне три вопроса на моем YouTube-канале. И, в общем, я посмотрел, там идет разговор такой довольно несистематизированный, но с большим количеством претензий к русским националистам со стороны тех, кто, в общем, свою позицию не обозначает в достаточной мере. То есть он как бы, вроде как по нашу сторону баррикад, но почему-то очень интересно критиковать именно не просто русских националистов, а русский национализм. Вот. И этот вот здесь Шехина, этот сайт, мне ссылку прислали, там много чего, я не смог прям вот все читать, это надорвешься. Поэтому читаю. Ну, что-то я прочел, там, конечно, минут 15 потратил, никакого системного изложения взглядов там нет. Очень свободное обращение с русской историей, без всякого понимания. Это я даю ответ на вопрос вам, Валерий Борисович. Вы с русской историей обходитесь шибко свободно, без интеллектуального наполнения своих выводов. Вы что-то знаете, безусловно, рассказываете об этом там, своим участникам дискуссии, но используете свое знание скорее во вред русскому движению, чем на пользу. Вот, там критика содержится, ну как бы не разделяя. Вот есть Игорь Артемов, есть Андрей Савельев. В представлении админов этого сообщества это одно и то же. Конечно, это не одно и то же. Вот, во многом не одно и то же. Я начну не с первого вопроса, потому что он как раз именно конкретно этого различия и касается, а со второго. Как вы представляете себе борьбу за власть при уже огромном численном превосходстве действительных членов, представителей, попутчиков синагоги сатаны в РФ над великорусским населением? И при том, что адепты вот этого СС, как он тут пишет, сокращая синагогу сатаны, имеет категорическим императивом не просто сохранение власти, но полное окончательное истребление русского православного населения, ликвидацию самого биологического вида человек разумный. А большинство советских не имеют ни малейшего представления ни о действительных целях, ни о реальной системе управления синагоги сатаны, и почти никто им этого не объясняет. Ну, здесь вы видите скорее не вопрос, а некое утверждение. И будто бы я должен с этим утверждением однозначно согласиться. Я с ним однозначно не соглашусь. Есть действительно сатанинские силы, я об этом говорил в прошлом ролике, которые захватили нашу церковь, захватили наше государство, промыли мозги и продолжают промывать мозги многим из тех, кто мог бы быть приличным русским человеком. Это действительно так. Но страшнее не какая-то синагога, это вообще что это такое? Это, ну, как бы выдуманная некая сущность. Она вот получила такое обозначение. Я другое название подбираю. То есть есть очевидные сатанисты, там, Путин, Гундяев там, и так далее. Вот. Это как бы вот, ставленники, которые выставлены, ну, как на витрине, мы их только обсуждаем, настоящих имен мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, да и ладно. Вот. Но мы как бы обобщенно называем, когда мы называем фамилию, мы имеем в виду все окружение, соответствующую политику и так далее. Вот. Но большинство-то людей поражены совсем другим вирусом. Эти-то уже как бы высокого градуса негодяи. А обычные люди – это негодяи мелкие. Вот. И большинство, конечно, мелкого негодяйства в стране. И оно связано с талмудизацией, которая не имеет прямого отношения ни к какой синагоге. И никакому сатанизму прямого отношения не имеет. Это готовность подменить свой духовный склад, который дан, прежде всего, русским людям от Бога через родителей и через историю, вот какой-то мелкой мерзостью, которой пропитано вообще все. Ну, люди пропитаны. И большинство-то, конечно, вот именно таких, нет, не посетителей каких-то там
сатанинских культовых мероприятий, а вот именно вот эта мелкая подлость, которая существовала и при советском режиме. Многие сейчас вспоминают об этом как о таком очень веселом, радостном времени, когда там Новый год, когда на 1 мая там с детьми на плечах ходили и так далее. Но все это изобретение сатанистов. То есть вы радовались, только радовались не тому. То есть у вас подменены в мозгах символы и смыслы. И вот это негодяйство, которое оттуда пошло, то есть можно было ходить на первомайскую демонстрацию, радостно там аплодировать, кричать, радоваться разноцветным шарикам, ну и при этом быть мелким воришкой там где-нибудь в своем магазине, организовывать пересортицу и класть себе деньги в карман. Или какие-то другие вот разные мелкие мерзости, вот эти советского времени несуны, которые... Ну, кто где работает, там и ворует. Кто что охраняет, то и грабит. Это сейчас немножко как-то по-другому стало. Потому что за такие вещи просто пинком под зад, а то и по физиономии можно схлопотать вне всяких правовых процедур. Тогда это было делом обычным. Я это хорошо знаю, видел таких людей и общался с ними, у них своя там этика была вот такая советская. И сейчас у многих она остается все та же. И вот эти мечты о там, первомайской демонстрации, о советском Новом годе, о бесконечной пьянке. И все негативное, что там было, ну как бы, ну мы все забыли, мы помним только вот веселые картинки и все. Нам не хочется вспоминать, нам важно, чтобы был какой-то золотой век. Вот совсем недавно мы даже некоторые захватили, там детство, юность захватили, и поэтому мы помним об этом золотом веке. Вот это, да, это люди, которые кровно могут быть русскими. Им предоставлены все возможности, чтобы быть русскими. Предоставлена великая русская литература, русская философия, русская политика, наконец. Но они всего этого чураются. Они вот этими живут своими воспоминаниями и требованиями. Верните нам это все. Мы хотим, чтобы было вот так. Пролетарский интернационализм, красные флаги и обещание квартиру предоставить лет через 20. Вот. И один из, я не знаю, 100 поедет в санаторий, и у всех впечатление, что о них заботятся. Вот этого они требуют, то есть полное отречение от русскости. Вот. И другая сторона отречения от русскости – это в либеральную сторону или в пропутинский сюрреализм и так далее. Да, русских, по-настоящему русских, не просто меньшинство, а исчезающее меньшинство. И как там написано было, еще раз посмотрю, чего я там, что от меня требуют-то, что от меня. Как вы представляете себе борьбу за власть? А я не представляю себе борьбу за власть. Я вообще борьбой за власть никогда не занимался. То есть это предъявление претензий на власть, это одно. А вот прям вот такая вот борьба за власть. Чтобы иметь возможности борьбы за власть, нужно иметь соответствующие ресурсы. Этих ресурсов, ну, когда-то у меня были очень скромные ресурсы, связанные с некоторыми случайностями, не с тем, что я там набил себе карманы деньгами, а потом начал их тратить. Ну, у меня никогда такого не было. Вот. А попал я в Государственную Думу в 2003 году, и вот у меня были ресурсы моего статуса. Я с этими ресурсами боролся. Был момент, когда там всплеск активности партийного строительства, небольшие спонсорские пожертвования появились. Вот мы подняли партию «Великая Россия», которая до сих пор функционирует. Но первая вспышка, первый взлет, и люди потянулись, все почувствовали перспективу. А потом все рассосалось. Спонсоры рассосались, кого там, кто сам сбежал, кто разорился, кто получил уголовное дело, и у него отняли все. Вот. И ну вот, в рамках своих возможностей мы держим флаг. Мы не боремся за власть, мы пытаемся сохранить представление о том, или там центр, в котором есть знание о том, что возможна другая жизнь, возможно спасение Руси от оккупации. И у нас детальные разработки на эту тему есть. Мы перестали ходить на уличные акции, потому что вся война происходит в информационном пространстве, а на улице нас ждут только полицаи. Мы не хотим, чтобы люди получали дубинкой по спине и радостно потом об этом рассказывали, как о геройских поступках, не понимая вообще ничего, что нужно делать в этой ситуации или в другой ситуации. Ну, это просто такие уличные приключения и возвышение себя на фоне всех остальных, которые вот бараны.
Да? И вот ради этого и ходят на все эти мероприятия. Поэтому я не вижу никакой вообще борьбы за власть, никакой возможности вести сейчас борьбу за власть, потому что политики нет. Политика – это либо искусство управления, либо искусство борьбы за власть, либо идеология. Да? Вот идеологией мы можем заниматься, а остальным мы не можем. То есть до управления мы не допущены, и до конкуренции за статусные позиции мы не допущены. Все. У нас остался только вот сектор идеологии и информации. Поэтому работаем там, где можем что-то спасти. А для чего все это спасать? Вообще-то я давно уже пришел к выводу, что все навернется с неизбежностью. Потому что люди не хотят, просто не хотят жить на Руси. Не хотят жить на Руси, значит, будут жить в РФ рабами. Но они таковыми и живут. Несмотря на то, что они могут протестовать как угодно, они по своему мировоззренческому статусу остаются и до века своего останутся рабами. Я думаю, что эта цивилизация денег, ростовщиков, лжецов, патентованных и организаторов массовых убийств, которые вот сейчас прямо у нас организуются с помощью пропаганды через телевидение и с укольчиками вас ждут. Вот, да, это будет уничтожением прежней христианской белой европейской цивилизации. Ну, белых европейцев, европеоидов, северных европеоидов осталось где-то 7-6%, не больше. Вот, и сейчас добивают, эту цивилизацию добивают. В течение века она заведомо исчезнет по демографическим, а раньше демографическим и по другим причинам. Все государства, которые были созданы белыми людьми, будут выпотрошены, как выпотрошена Россия. Полностью выпотрошена. У вас нет ничего. У вас нет России, у вас нет, вот у тех, кто смотрит меня, вот, должны это понимать. Она может быть в будущем, но уже, скорее всего, не у вас, а каких-то других поколений. И, скорее всего, уже, по сути, будет другой народ. Этот народ уже, как оказалось, вообще не способен ни к чему. То есть прозрение, просвещение для него дело абсолютно пустое. То есть мы, как я считаю, мы пройдем через темные века. Если сохранится что-то от нынешней цивилизации, будет передано в следующую цивилизацию, как микенская культура, много чего, в том числе там, имена богов и сюжеты передала в эпоху классической Древней Греции, вот так и мы тоже можем, как мы, будем мы считаться древнерусскими. Несколько веков тут, наверное, не меньше века тут будет разгул, разврат и истребление, уничтожение. Вот. А если что-то останется, ну, мы упадем раз в 10. Русские по численности упадут раз в 10. И дай бог, если хотя бы какие-то анклавы сохранятся, как русское государство. Вот. Поэтому наше дело – это сохранение. Наше дело – это интеллектуальный Ноев ковчег. Вот. Потому что смоет нас потопом вот этого безумия, которое охватило, в том числе, к большому сожалению, бывших русских людей. Они уже не русские. Поэтому не надо бороться за власть, надо предъявлять претензии на власть. Да, я вот такой вот хороший, я готов взять власть хоть всю. Вот. Вы, может быть, сочтете это каким-то прожектерством, шапкозакидательством и так далее. Но, тем не менее, никакого другого варианта политической позиции быть не может сегодня. Я знаю, что нужно делать, я понимаю, как нужно вести кадровую политику, я могу сделать. Но у меня нет никаких шансов в нынешней ситуации, когда большинство превращено в идиотов и рабов, а вся власть у негодяев и предателей. Ну, поэтому я свою жизнь как-то расходую несколько в другом направлении. Если вам это не нравится, ну, это ваше дело. Вы хотите какие-то изобретения сделать в борьбе за власть? Не будет никаких изобретений, все изобретения либо уже сделаны, либо они будут сделаны и помимо вас тоже. Вы какого-то эксклюзивного ресурса не получите, это 100%. Большинство советских не имеет ни малейшего представления о действительных целях, ни о реальной системе управления. Да, большинство имеет представление, но не желает на это чем-то отвечать. Не желает. Вот, поэтому у нас и соратников раз-два и обчелся. И сколько бы я ни говорил, сколько бы я видеороликов не упускал, число соратников не растет. И я вижу, что уже
Вот 10 лет, как наша партия активизировалась, ну, чуть меньше там будет в этом году, скажем, 10 лет, но роста нет. И я не вижу, что такая возможность появится. Вот там есть какая-то волна навальнистов, там есть навальнистские средства массовой информации, которые поддерживают вот эту леволибералистическую волну. Есть красные, левые, там социал-демократы любой волны, там национал-социалисты, гитлеристы, там ну, всякого типа левизна есть. А национального консерватизма, то есть, в общем, стержневой линии, на которую опирается государство, нация, народ, нет. От этого стержня осталась вот ниточка, которую мы еще как-то поддерживаем, и эту традицию, может быть, передадим кому-то. Вот. Но говорить там, придумывать всякие термины, типа там вот синагога сатаны, это дело совершенно бесперспективное. Вот если вы говорите, ах, там вы там написано у вас там, что ах, вот вы не вот и я тоже не понимаю, и Артемов не понимает, и я не, ну прям я не понимаю. Вот еще раз покажу те книжки, которые выпущены за последние годы. Ну уж, друзья мои, когда я об этом говорил, то вы еще, наверное, под стол пешком ходили, по крайней мере, большинство. И, может быть, из тех, кто там пишет мне претензии, предъявляет, вы не участвовали в реальной схватке с вот, соответствующей национальностью, а я участвовал. Вот, и там бой, который состоялся в 2005-2006 году, дай бог каждому миновать это, вот, и выдержать, если чаша сия не минет. Вот, поэтому не надо себя возвышать, рассказывая байки про то, что вы не знаете. Третий вопрос. Что вы могли, что могли бы и хотели сказать по поводу изъянов идеологии национализма в целом, в особенности в плане борьбы с вот этим СС, раскрытых в нашем форуме в теме «Русское патриотическое движение». И здесь ссылка есть. Я посмотрел, ничего у вас там нет, абсолютно ничего. То есть вы в плане идеологии, вы пустышка. Вы пустышки, вы не, вообще не думали ни о чем, потому что мозг у вас прошит, прожжен вот тем, что неправильно называется антисемитизмом. Вы все видите, все источники бед России вы видите только в одном. То есть вы не ведете никакого анализа, вообще никакого, и не имеете представления о современных источниках власти, манипулирования и так далее. Вы даже не изучали этого и не понимаете. Поэтому вы приводите примеры. Ах, вот националистов было очень мало в Российской империи, в Государственной Думе, то еще царской было очень мало, они блокировались там с прогрессистским блоком. Это все чепуха. Вот то, что вы пишете, это полная чепуха. Вот, потому что националистов никогда много и не было. А что у нас монархистов много? У нас огромная была монархическая партия? Нет. А черносотенцы это что, партия, что ли? Нет. Это движение без членства и непонятно какой численности, рассосавшееся мгновенно, как будто и не было его. Вот сейчас посмотрите на черносотенцев, которые со сталинистами готовы обниматься. Вот. Кого много-то было? Кадетов, что ли, много было? Или большевиков было много? Ни тогда не было много, и сейчас много, не бывает много людей, которые политически компетентны, которые понимают, что такое идеология. Это обычно очень небольшие группы. А вас там что ли много? Вы себя, за кого вы себя считаете-то? Прямо за каких-то, я не знаю, вестников истины? Да вы ничего не придумали вообще. Вы просто переписали какие-то, в общем, довольно примитивные представление о том, что такое русский национализм. Вы вообще ничего не понимаете. Когда вы пишете, что слово «национализм» не русское, я сразу понимаю, что вы абсолютно вот как бы девственно безграмотные люди. Вот вам учиться надо, а вы устраиваете, значит, разборки идеологические. Вам рано, и поэтому я и прекратил читать. Да вам рано этим заниматься. Вы не то, что вы даже русских консерваторов не прочли. Вы ничего не понимаете в мировой политике, потому что никогда этим не занимались и не спрашивали у себя, что и откуда. Ну, вы даже по той теме, которая убивает ваши мозги, вы не работали. Не работали, ничего в ней не понимаете. Вот сравните свои
детские строчки, вот сравните свой детский лепет с вот теми книгами, которые я написал и представил. Вы безответственные люди, абсолютно безответственные. И вы у меня, там последний вопрос, который вы задали первым, я его сейчас прочту. Вы не могли бы объяснить ваше отношение к Игорю Артемову, его политическим взглядам, пристрастиям, попутчикам, методом действий? А с какой стати я должен это делать? Вот вы мне кто? Вот вы мне – это детский сад. Детский сад, который пытается что-то сказать новое, на самом деле, старое, забытое, протухшее в русской идеологии или в русском движении. Вы пока никто, чтобы я вам на такие вопросы отвечал. Я просто скажу, что Игорь Артемов уже много лет, больше 10 лет живет за рубежом и оттуда делает какие-то видеоролики, какие-то здравые мысли высказывает, но это одна сторона. Вы же никогда не занимались реальной политикой, то есть реальным боем за власть, вокруг власти, за понимание людьми. Вы этим не занимались, поэтому вы легко задаете такие вопросы. Наши пути разошлись не только потому, что Игорь Артемов уехал, но и потому, что практика. Можно говорить что угодно, самые правильные вещи, и быть идентичными по взглядам. Да, я скажу, что с Игорем Артемовым я знаком еще там с середины 90-х годов, и совместные проекты у нас были, но все закончились-то они, как сейчас модно говорится, сливом. И эти сливы, я, конечно, сливы не фрукт, не плод с дерева, а отказ от своих обязательств, вот что это такое. Я это никогда, конечно, не прощу. Это в самых острых ситуациях такие вещи происходили. И поэтому мировоззренчески мы, может быть, даже и совпадаем, вполне возможно, что там совпадаем практически во всем, но меня это даже не интересует. У меня были люди вот совсем недавние, друзья, которым я, можно сказать, душу открыл. Они мне в эту душу наплевали, обманули и предали. Вот. И, может быть, там среди них тоже я там какие-то расхождения, я могу их в сторону отложить и как бы подумать, ну вот человек дозреет, созреет, мы общаемся, он приближается к нашей позиции, и слава богу. Я, может быть, там вникаю в какие-то тонкости, почему человек думает так, а не иначе. Почему он, например, не монархист, да, а я монархист и убежден, что именно это и есть ядро русского мировоззрения. Вы, например, там мы с вами в чем-то будем совпадать, но это не говорит еще ни о чем, потому что политическая практика показывает, кто есть что или кто есть кто. Вот. Некоторые превращаются из кто в что. Вот что это предательство. И я такие вещи, конечно, не могу простить. Это не просто предательство там, меня лично. Да? Вот, это предательство нашего дела, русского дела. И вы со своими вот этими выдумками, выдуманным термином, рассчитывая на то, что этот термин вас как-то возвышает, вы тоже легко можете превратиться в предателей. Вы же всех готовы обсуждать. Вы сами что сделали? Ну, сами вы какие-то усилия предприняли, у вас есть своя собственная судьба, своя там линия борьбы, вот какие-то победные или трагические сюжеты. Если этого нет, о чем вы со мной хотите поговорить? Мне неинтересно обсуждать с вами какие-то другие фигуры. И мне неинтересно с вами обсуждать идеологию, потому что вы ее себе уже придумали, вот такую примитивненькую, из трех строчек состоящую, типа «Мир Трутмаева». Ну, у вас другие слова, но суть одна и та же. Вот коротенечко со вкусом, да, один раз достаточно сказать «православие, самодержавие, народность», и все, и кажется, что уже весь мир перед тобой открыт. Да, это как раз открытая дверь, вы можете в нее войти, сказав это. Но дальше там еще много всяких дверей, которые надо открыть, в том числе и двери, на которой написано «национализм». И это мудрость не только русской национальной политики и государственной политики, это мудрость всего человечества. И если вы это не поняли, то и даже противостоите этому, то, наверное, я вас как участников русского движения не воспринимаю. Вы какие-то так вот клубные обсуждения, там, или клубное сборище лиц, которые придумали себе термин и вокруг него вот мусолят разные слова. В
все идеологии, все политики для вас все будут спорными, потому что вы себя хотите возвысить, поставить над всеми, потому что якобы вам открылась истина.